В рамках национального проекта «Комфортная школа» до конца года в регионе будут введены в эксплуатацию 7 школ. Об этом сегодня на очередном заседании областного общественного совета сообщил региональный руководитель компании «Самрук Казана Construction» Канат Муратбеков. По его словам, указанные объекты будут построены качественно. Также на заседании общественного совета затронули тему состояния каналов в регионе. На очередном заседании общественного совета был рассмотрен ход работы филиала «Казводхоз». Спикер рассказал о проблеме и проделанной работе. Он отметил, что из-за неудовлетворительного состояния одного из каналов аграрии испытали нехватку поливной воды. Также директор добавил, что работы по строительству канала «Рейс» практически завершены. Его качество будет проверено совместно с членами специальной комиссии. Обсудили и национальный проект «Комфортная школа». Отметим, что в его рамках будут возведены 7 образовательных объектов. Мы надеемся, что эти работы завершатся быстро и в срок. Отмечу, что состояние канала проверит технадзор и специальная комиссия. Также у нас запланировано строительство на 2024-2025 год 5 объектов. В том числе планируемые объекты на 2025 год, строительство комфортной школы без наружных инженерных сетей в селе Кордай, Кордайского района на 900 мест. Строительство школы в городе Шу на 600 мест. Согласно постановлению, Самрук Казна Construction заключила договор по строительству комфортной школы. Строительство инженерной коммуникации, наружные сети, это в договоре МИУ обеспечивает.